Здравствуйте, садоводы. Я вас сейчас черешню угощу. Черешня? Да, на всей Сибири есть два черешневых сада. Один мой. А почему я остановился, хотите сказать? Я еду мимо, смотрю, а вы собираете волосы вишню. Вот. Да, вот так немножко. Знаете, это покажу всем. Я блогер, я железо. А, вы не слыхали про железо? А что, знакомые? Вы местные? Ну как мы местные, только жили всю жизнь, то бабка, сыр. Ну я, допустим, нарычанин, а вы? Мы тоже нарычанин. Дайте я вас обниму или хотя бы руку пожму. До сих пор еще. Ребятки у меня еще там живут. До сих пор там? Да, до сих пор. Так, теперь давайте так. Это все-таки фильм учебный, я снял 4000 учебных фильмов. Вот, а это будет 4100 какой-то, смотрите. Вот это вот, у нас волосы вишня может жить в каждом саду. Это я не вам, это я своим читать. Я сейчас угощать буду. Ахните. Ну, подождите две минутки. Угу. Вот. Итак, от жары руки трясутся. Так вот, наша волосы вишня может жить где угодно. Сейчас я ее попробую. Это чуть-чуть мельче, чем садовая. Угу. Но как она сюда попадает? А люди едут и да, плюются. Да, вот так едут, да. Рядом ведро, окно открыто, сел, плюнул. Вот результат плевка. Да. Вот, прекрасный, шикарный куст. Он не один, тут их несколько. И вон еще. Вот. А вот ведь не каждая вот растет. Почему-то вот у нас здесь едешь, например, сливу выплюнул, косточку или абрикос, или там еще какую-нибудь. Ведь не растет вот просто. А ну, вот лишняя, да, прирастает. Во-первых, не каждый выплюнет через всю эту абрикосовую косточку, потому что абрикос меньше, чем волосы вишни. Я сюда приехал 40 лет назад, кстати, с Норильска. Вот, уважаемые земляки. И застал здесь в каждом саду волосы вишни. В каждом десятом саду абрикоса. А потом наступило время жуткое, страшное. Люди начали читать журналы типа «Приусадебное хозяйство», газеты, и взяли в руки секаторы, взяли в руки пилки, начали улучшать деревья, которые уже были, которые давали прекрасные плоды. Представляете, еще пару минут. Апорт алматинский, 500-граммовые, шикарнейшие росли. Не у всех, но уже были. Абрикос бай, плоды до 60-70 грамм. Ничего себе. Вот такие вот. И что вы думаете? Все это было уничтожено собственными руками. Вначале секатор, потом пилка, потом топор. Вот, это к слову. Вы где сейчас живете? А вы где? Ну, мы тоже переехали. В Красном хуторе мой участок. Вот, ну, сад был. Я здесь в садик ходил в сизой. А, такой свой, родной. Понятно. Так, значит, пошли угощаться. Только не удивляйтесь.